Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Far Cry 3. В прошлой серии мы нашли одну из наших друзей, точнее нашу подружку Дейзи. Сообщили ей, что с Грантом получилась херота, то есть его убили. Давай, хорош уже, я хочу прокачаться. Так, это убийство в полете. Теперь вы, точнее, стреляете навскидку из пистолета, пистолет-пулеметов и дробовиков. Херня. Так, плавать быстрее мне не очень нужно. Удержите R, чтобы на бегу перезарядить оружие. Вот это удобно. Вот это удобно, честно говоря. Так, вы получите дополнительную ячейку здоровья. Так, еще мне 10. Еще одно стандартное убийство. Это удобно. Убийство гранатами, блядь. Жена. Так, водитель в качестве транспортного средства под вашим управлением было получать на 50%. Хорошо. Получайте меньше повреждений от огня. Тоже неплохо. Так, что у меня прокачано. Да, ну давайте вот это вот вкинем. Хотя что тут есть? Убить его, то есть убийство сверху, твердая рука. Это для снайпера больше. Изготовление снайпера будет действовать на 25% больше. Удобная херня, но, к сожалению, пока что она мне не нужна. Качаем еще одну дополнительную ячейку. Так, а чё, полететь мы сможем? Давайте-ка залутаем. Ну, уже за патронами не пойду, потому что, ну, у меня, в принципе, и хватает. Так, там еще что-то есть. Давайте-ка туда. О, лежит еще один ящик. Блин, дождь в играх всегда. ПП, пистолет-пулемет. Окей. Дождь это всегда, в принципе, хорошо для графики. Такс. Шо, ебать, полетели? Как-то не чувствуется полет, знаете ли. Так, а куда мне лететь? Тут козы. Вот, тут есть козы. Поэтому мне это интересно. Я не вижу задания. А, вижу. А вот я. А вот там задание. Понятно. Полегче на своем дельтаплане. Давайте где-то сюда садиться, потому что ёпта. Попроще. Просто лайк и босс. А чё тут за животные? А кто это у нас тут есть? Свиньи и блядский павлин. Ну пошли. Если там есть именно свиньи, не вот те вот блядские кабаны, а именно свиньи, то я, пожалуй, согласен. Потому что мне нужно и для кошелька, и там еще для чего-то. Я хоть правильно иду -то. Сюда. Надеюсь, тут никаких заплутавших там тигров нету.
Такс. Немножко клада. Они прям где-то тут водятся, написано. А я не слышу ни хера по итогам. И не вижу тем более. Может, где-то там на горочке? Какие-то лисицы или что там такое? Это собаки. Стой, мать твою! Ты мой трофей! Сюда иди, блядь! Мой трофей! Хорошо. Гадость. Нормально. Так, кошелек я могу там закрафтить. Бумажник. Шкура свиньи. Вот, наконец-то. Прочный. Казуара. Окей. Чехлы для оружия. Козел. Заебись. Рюкзак. Топир. Медсумка. Во! Шкура свиньи, заебись. Ага, еще потом две шкурки собаки. Ну блин, собак я что-то убивал. Поэтому. Давайте посмотрим. Это свинюшка. Это не то. Вот. Еще собака. Хорошо. Я тут что-то так охотой решил заняться, потому что, не знаю, забавно. Шкура свиньи. Мне бы еще одну собачку съебашить. Собачки! Собачки! Чё-то нету. Ну и хуй с ними. С собачками-то. Реликвия! Получена. Я собачек не вижу. Мне бы еще одну, честно говоря. Но я думаю, что в этих зарослях я уже ее не найду. Воу! Смотрите-ка, а чё тут есть? На. Коктейль молотого.
Плохо. А, понял. Это собаки или хрюшки? Это хрюшки. Мне интересно. Свои. О! Нихуя. Так, теперь давайте закрафтим. Теперь я уже могу. Так, сумка. Хорошо, теперь давайте-ка закрафтим лечебных. Ага, закрафтил, блядь. Листья ж надо собирать. Ну ладно. По пути, может быть, найду. Воу, а чё ты соскальзываешь-то? Джейсон Броуди, ты не соскакивай. Все нормально, пацаны, все под контролем. Все под, мать его, контролем. Так, о, квадрик. Квадрик на самом деле очень и очень говняный способ передвижения. Блять! Ну, ну, все, путь воина закончился. Бывает. Ага. Угу. Где это я по итогам? Ладно, ладно, ладно. Сейчас давайте-ка заодно. Это было продумано, на самом деле все. Так, затарились. Давайте посмотрим. Штурмовые винтовки. Штурмовые винтовки. Я вот эту взял, честно говоря. Просто. М16. Та-та-та-та-та-та-та. Хорошая штука. Очень хорошая штука. Но мне бы снайперку. У меня типа хищник есть. Экипировать я ее могу? Угу. Нет, к сожалению. Вот это хорошая штука, на самом деле, но она, по-моему, какая-то DLC-шная. Так. А, это тот аванпост, что я зачищал. Окей. Давай туда, внутрь. Сейчас мы... А далеко я оказался? Ну так. Ну, бля. Нормально, чё. Ладно, погнали. Ночной остров. Это должно быть интересно. Хоть правильно поехал? Или как обычно? Да вроде правильно. Да, там храм камня. Вот эти, блядь, вот эти животные, они мне нужны. Для крафта. Ну, потом. Сейчас мы поедем на корабль. Потому что надо и сюжетку показывать, и полазить по этому миру хочется. Я для тех, кто не в курсе, не проходил Far Cry. Я просто немножко в него поиграл. Во время выхода. Пацаны! Так. Чё тут? Как бы лучше поехать, честно говоря. Испытание Ракьяк. Вот, вот сюда бы съездить, ей-богу, отбить там тот аванпост. Сейчас, подожди. Посмотрим, что тут за сокровища. Патроны. Деньги. Хорошо. Погнали. Нет, стоп.
Чё там за пальба? Такс. Не, я знаю, что я по пути пропускаю, но вот, вот это прям явно. Лежит тут одиночный такой печальный ящик. Поэтому его стоит забрать. Такс. Вот сюда едем. Я приехал, мать вашу. Два есть. Все, теперь они не смогут вызвать подкрепление, и это мне на руку. Ёпт. Да ёб твою мать! Не шуми, блядь. Я хочу по стелсу их, тем более, что это сейчас несложно сделать. Сраные жуки. Слепой, блядь, пиздец. Ну да и ничего. Так и надо. Все нормально, парни. Не переживаем. Все идет по плану. Одного забыл. Ну как забыл? Я не знал, что он там. Освободить аванпост и не обнаружен. О, сразу два навыка, ебать. То есть по стелсу намного выгоднее их зачищать. Такс. Если у вас нет целебных снадобий, зажмите Q, чтобы оказать себе первую помощь. Это восстановит две ячейки здоровья! Это очень неплохо, неплохо, неплохо. Я вам так скажу.
Так, завершите больше миссий. Я понял. Так, а чё паук нам дает? Перезарядку набегу. Да, перезарядку давай. Набегу. Это такое, это не очень полезно. Вот, растения. Рассчитывайте время взрыва гранаты и удерживаем. Так, с убийства сверху, твердая рука. С пистолетов, пистолет, пулеметов и дробовиков. Это не мой путь. Так, с вот убийства сверху. А, тут по-любому надо бомбиста качать. Ну ладно. Хорошо. Лутаем. А что у меня по патронам? 117, нормально. Теперь можно садиться в тачку. Так, можно садиться в тачку. И ехать. Захватывать порт. Ну не порт, там корабль тот или что там. Все нормально! Пацаны, я знаю, что делаю. Вот, я же говорил, что я знаю. Все в порядке, едем по делам. На-на-на. Вау, похоже, приехал. Ну чё, пошли? Зарешаем. Ну, ясно, прорисовочка, проработочка. Это всё надо. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Угу. Так, 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 пацаны, 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 пацаны. Всё у нас так, будет. Джейсон, разберись с пиратами. Ха, легко сказать. Разберись с пиратами. Один есть. Такс. Но я его вижу, но он не отмечается. Поэтому хер на него. Что? А, фотиком? Ну да, в принципе. Фотиком так-то удобнее. Скрывайтесь и тихо убивайте радиопатрули, чтобы... Да, ну я понял, понял. Не дурак. Тихо так тихо. Хули нам, пацанам. Hmm.
Ща, подожди. Черт меня, он тут везет. Надо вмазаться поскорее. Вы главное без нервов, пацаны, потому что, ну знаете, все нервничают. Такс. Что за говно, блядь? Мою пушку. Хорошо. Это наверняка где-то сверху. Есть тут претенденты? А вот, смотри, есть. Блять, тут идти уже некуда. Твою мать! А он там чем-то занимается, ему норм. Как свинья тут потею. Ебать. Не очень удачно. Блять, ко мне тут, понял? Я тут серьезным делом занимаюсь. А ты тут материшься еще. Охуеть. Дофига тут контейнеров всяких разных. Давайте залутаем. Если это вообще реально. Ага, то есть это еще не все, да? Или все? Надо убрать метку с карты. А, так, скрывайтесь и убивайте тихо. Все понятно. А кого убивать-то? Кого ищем? Кого ждем? Может наверх как-то подняться? Тут вроде никого. Такс. Ладно. Но на этих кораблях я что-то не замечаю врагов совершенно. То есть, а где патрули? Ну вообще, хоть какие-то. Ясно, понятно. Хорошо. В таком случае спускаемся вниз. Ёбаный. Шашлык. Кто меня тут чуть не спалил?
Окей, ты тут один? Такой дерзкий. Спокойней, братишка. Хули тут проникать? Просто взял и зашел. Что это значит? Ну да. То есть ее можно покупать в магазине? Марс снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет? Мне сказали подыскать покупателей. Ищи! Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Понятно. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало! На Медузе кто-то поднял тревогу! Кретины! Мы ближе всех! Я отсюда вижу! Черт, они идут ко мне. Я готов. Сейчас или никогда. Конечно, блять, готов. Двери откройте. Я им сейчас устрою анал карнавал. Давай. Подъем, пятикантропы. Где вы там? Сложность игры. Сложность игры можно поменять в игровом процессе. Хорошо. Поймаем его. Пробуйте, чё. Тихо, братишка. Без шуму и пыли. Блять! Конченый край. А! Спокойнее. Да где он? Тебе конец. Ау. Ау. Больно, блядь. Нормально. Надо спускаться, короче. Потому что они меня тут разбомбят просто. Чё, всё? Вас же было так много. Эй, Деннис, я напал на Медузу. Пираты сообщили с... Джейсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Где встретимся? Зов Медузы пройден. Готово, в смысле.
Окей. Сейчас, подожди, я только залутаюсь. Где тут, блядь, эти ящики? Наверное, это на борту уже, где-то тут сверху. О! Еще одно очко навыка. Круто, круто. Ну ладно, чё, уходим тогда отсюда. Если вас хочет убить жителей деревни, ну я так понял. Так куда мне надо-то? Нет, не метание на шее. Деревня Аманеки, туда. Телепортейшн! Так, ну я в деревне Аманеки. Дальше чё? Сначала патрон. Перво-наперво это патрон. Патроны и патроны. К автомату. Давай сюда. Баста. Тут есть какие-то тайнички? Ну, вроде нет. Ладно-ладно, у нас задание. Никаких тайничков. Я пришел. Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПБ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. Да. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Понял. Удачи. Благодарствую. Игра в грабителя. Окей. Но в грабителя мы уже поиграем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.